Здравствуйте. 25 марта 24 лунный день. Содиангар, стихи огня, элементы эфира. День для отзывчивых храбрых людей, воинов. Благоприятное установление достойного руководителя, приобретение имущества, вложения, спонсорства, меценатства, выезды в дальнюю дорогу. Ребенок, родившийся в этот день, будет точкой духовно богатым, выставленным на живе, способным ясно отражать все свои мысли, сострадательным, понимающим родных и близких. Благоприятен для людей, родившийся год дракона, обезьяны. Неблагоприятен годам, зайца, лошадь, курицы. И в Илгинском сочинении дуване хурал. Заглянем дом для устранения препятствий. Маня дуване сунды. Жу дуване банзаракша. Будьте щедрыми.